Привет! Простите меня, пожалуйста, то, что я не снимала очень долго видео, но это была своя причина, потому что у меня сейчас какие-то нервы, что ли, у меня, в общем, график сбился полностью. Я очень сильно переживаю, я не знаю, что со мной происходит. В общем, сейчас будем исправлять ситуацию. Сегодня, в общем, меня ждет такой интересный, наверное, день, потому что я сейчас еду покупать платье. Я тянула вообще до последней минуты, секунды. Что у нас будет с выпускным, я вам потом расскажу. А сейчас, в данный момент, я сейчас буду идти в класс. Мы сделаем как такое утро с классом. Нам привезут суши, мы там будем праздновать, в общем, выпускной с классом. Так что да, пойдемте. Только воды надо набрать. Да, я недавно была у зубного врача. И, в общем, мне должны поставить коронки вот здесь и вот здесь. Здесь мне уже поставили, но она еще пока что временная. Вот. А вот здесь вот они не могут найти нормальный размер. И мне сейчас придется опять идти туда, точнее, как бы к нам приезжает сюда врач, именно вот в школу. А мне придется ехать потом еще вообще в другое место. Это, в общем, немножечко проблематично, поэтому капец какой-то. У нас тут еще кошка, в общем, возле Бейтана есть. Она всегда тут сидит, и когда там кто-нибудь подходит, она всегда начинает вот так вот тереться, мяукать. Я иногда на нее как-то смотрю. Это меня так трогает, я не знаю почему. Иногда даже до слез. Кстати, вот она. По поводу выпускного, он будет через 2 дня, уже скоро, совсем скоро, боже. Нам его хотят сделать без родителей, потому что из-за этой короны, и насколько я знаю, по-моему, даже некоторых учителей не будет. Ha ha ha.